Доброго времени суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Роси, и вы находитесь на роли Game Online. Это видео геймплей и летсплей из этой рубрики, точнее. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Ben the Exorcist. Это, соответственно, игра про Бена, который сам по себе практикует экзорцизм. В общем, будем сейчас с вами изгонять демонов, всякую дребедень. Ребят, эту игру я купил в Стиме. Спасибо всем тем, кто подкинул немножко копеечек на стриме в донат. Я добавил свои копеечки и, в принципе, смог позволить себе купить эту игру. Поэтому, ребят, кто хочет поддержать развитие канала, милости просим. Внизу под каждым видео есть ссылочка. Даже если стрим не запущен, вы всегда можете закинуть пару копеечек, сделать неприятное и, соответственно, ускорить выход каких-нибудь новых видео по играм, которые я покупаю именно в Стиме, а не скачиваю с торрентов. Не буду лукавить, я хотел ее скачать с торрента, но игра очень новая, я не хотел заходить на какие-то непонятные торренты, хватать кучу всяких вирусников, поэтому мне как бы я ее купил, и в принципе, я когда игры покупаю, я об этом не жалею. Значит, давайте начнем с вами изгонять демонов, как обычно посмотрим, как в этой рубрике, минут 15-20 посмотрим геймплей, немножко поговорим об этой игре и, в принципе, на этом закончим это видео. Значит, игра вышла 7 июля, совсем практически недавно, поэтому, может быть, уже вы видели эту игру на других каналах или вообще на просторах YouTube, я, в принципе, этим не удивлюсь. Но, ребят, как дошел до этого, так дошел, я надеюсь, вам понравится. В общем, звук я настроил, все отлично, так что поехали. Новая игра. Сложность. Любитель истории, смотри в оба или спаси и сохрани. Давайте выберем спаси в оба. Ой, смотри в оба. Как бы стандарт такой. Так, я знал, что это будет то еще дельце. Уже до того, как поднял трубку телефона. Hello, телефона Бен. Экзорцист Бен. Звонок поступил от семьи Визерспун. В тот момент, как я услышал голос Джерри, я уже мог ощутить весь тот кошмар, через который они прошли. Экзорцист Бен, пожалуйста, помогите нам. Затем он рассказал мне ужасающую историю, которая произошла в их новом доме. Все началось в ночь на Хэллоуин, когда дочь этого семейства вместе со своими подружками решила провести ритуал вызова духов. Они пробудили нечистую силу. С этого дня жизнь семьи Визерспун превратилась в кошмар. Каждый раз, когда они покупали бургеры, те исчезали при странных обстоятельствах. Мои бургеры! Это, наверное, хозяин семейства. Все здоровые и полезные продукты питания почему-то попадали в мусорные баки. Нет, мои дорогущие натуральные продукты. Сын вдруг стал все время болеть, и доктора не могли его вылечить. Апчхи! Дочь не могла спать по ночам, потому что ее мучили странные звуки. Только не эта тупая песня снова, я скоро от нее оглохну. Смотрите на ее глаза, видно, что она не досыпает. Самым странным было то, что из ниоткуда начал исходить вонючий дым. Прибывшие в дом пожарные начали отпускать дурацкие шуточки в адрес семьи и выписали им приличный счет. Это, как я понимаю, предыстория. Почему никто нам не верит? Я был их единственной надеждой. Вам нужно покинуть дом немедленно. Я выезжаю. Текст. Нужно выяснить, есть ли тут какая-нибудь паранормальная активность. Добро пожаловать в Экзорцист Бен. Нажмите Tab, чтобы увидеть твое первое задание. Так, Tab. Задание плевое дельце. Очисти все оскверненные места. Четки вращаются в подозрительных местах. Используй крапила, чтобы очистить их. Давайте это сделаем. Так, значит, мышкой, понятно, крутится. Четки начинают вращаться возле подозрительных мест. Попробую найти такое место. Так, в общем, ВСД движение. Паранормальная активность сильна в этом доме. Думаю, здесь есть еще места осквернения. Так, выбери крапила, нажми 2 и используй для очищения скверных мест. Так, ребятки, крапила. Очищаемся. Круто. Я в восторге. Хорошо, идем дальше. Изыди, нечистый дух, изыди, я выгоняю тебя данной волей или властью мне. Так, нажмите левую. Если ты видишь кружок, нажми левую кнопку, чтобы взаимодействовать.
Так, где здесь еще требуется очищение? Мясо тебя очистить? Ну так, на полшишечки. Ого, тут смотрите, вот вообще такое имена. Ад... Они, наверное, когда читали, смеялись, потому что как-то так. В общем, я очистил этот телевизор, чтобы он не загорелся. Так, хорошо, где мои четкие? Что вы скажете про очки? Ага, я даже вот так вот. Я понял вас. Так, это у нас что? Бургер. Странно. Давайте его возьмем. Похоже, кто-то любит бургеры. Очки я поднять не могу. Что тут у нас с огнем? Смотрите, огонь такой вот прям вот играет красками такими. Так, значит, кто-то любит бургеры. Давайте отправляемся дальше. Ребятки, как-то слишком темновато, вам так не кажется? Давайте мы немножко поднастроим видео. Монитор блюр. Это, наверное, не оно. Почему-то мне так кажется, что это не оно. Текстур, скрин моды. Господи, как здесь сделать? Как здесь сделать светлее? Давайте, наверное, блюр. Я не знаю, что я поменял. Ребят, если кто-то знает, что такое блюр, обязательно напишите в комментариях. Конечно, я знаю, что вы умные пацаны, сразу загуглите и потом мне напишите. Так, соль, собственно. Ничего необычного я в ней не вижу, в этой соли. Так, кувшин. В кувшине кукусики, тоже ничего нету. Перчаточка. И в ней ничего необычного. Неудивительно. А, мы даже можем делать вот так, ребят. Опа, кастрюлька. Хорошо. Будем сейчас, короче, лазить во все шкафчики. Знаете, мы такой, как не экзорцист, а такой домушник. Вор-домушник. Где ты, плохой дядька, злой дух? Мы тебя сейчас будем изгонять. Знаете, есть такое видео по соленый пескун. Так, нож. Я бы нашел ему применение. Хорошо. Там, где она просит виски, кое-что просит. Если кто-то не знает, обязательно посмотрите. Я думаю, оно такое старое, баянистое. Так. Бургер. Пустая упаковка. Лежит в холодильнике. Тарелка. Знаете, так вот. Всегда считаю круто, вот лежит там, да, что-то такое вкусненькое. Ты, короче, взял, да, и тарелку оставил, что тебе мамка потом по шее надавала за то, что ты пустую тарелку в холодильнике оставил. Я думаю, что это на это расчет именно и был. В общем, вот просто я, знаете, вот игра. Странно, здесь нет замка, но я не могу открыть. Ну, сейчас откройся. А, видите, я в любом месте не могу, короче, кадилом своим этим трусить. Так, здесь открывается все это. Что у нас? Мюсли органические. И опять же они. В общем, у нас есть какая-то подозрительная дверь, которую мы не можем открыть, хотя там нет замка. Так, собственно, я извиняюсь, немножко меня занесло. Идем дальше. Так, что-то лежит. Видите, я до этого не увидел. Или это так тень падает? Это тень с дырочки какой-нибудь. Тыква. Чем нельзя эту тыкву взять и бросаться, и, к примеру, везде пустые тарелки. Ребятки, что происходит? Я, короче, дверь, чтобы не запутаться. Опа! Опа-па! Вы увидели этот поворот? Смотрите, какой выключатель огромный, как-то неестественно с дверью смотрится, как бы. Смотрите. Это мы. Бен. Бен, это подписчики Ролли Гейма. Подписчики Ролли Гейма, это Бен. Так, я не знаю, зачем нам пилка, но мы ее возьмем. Это щетка, наверное, зубная. Я не знаю, тут как-то оно неравномерно все по размерам. И не знаю, зачем я это все делаю, зачем я... Ну, наверное, это нужно делать. В общем, ребят, что по поводу геймплея? Вообще, передвигаемся мы в SD. Все взаимодействие в основном на левую кнопку мышки. Оп. О, уточка. Мило. Так. Что это у нас такое? Не по книжка какая-то, что ли? Девочки говорят.
Ничего не произ... А что должно было произойти? Ладно, выходим отсюда. Сначала, короче, видимо, включать свет, а потом будем открывать. Так, это, собственно, гараж. Что тут у нас в гараже? Вот я взял мячик. Главное, чтобы сейчас это нигеры не набежали, как бы, и не схватили. Ну, как бы, меня и мячик. Потому что, как бы, они же за баскетбол и двор стреляют в упор. Откроем окошечко. Кукусики. Свежий воздух. Так, фонарик. С помощью этого я мог бы отыскать что-то важное. Только что ты нашел UF-фонарь, ультрафиолет. Как я понимаю, короче, он с помощью... Я его включаю и могу смотреть что-то важное на нем. Нет, это, конечно, с одной стороны, это классно. Знаете, такой вот стандартный этот. В том плане, там можно всякие там штучки-дрючки брать. Дверки открывать, закрывать. А газ, бензин мне не понадобится. Я бы его тоже взял, знаете. Мне кажется, просто было бы проще взять, к примеру, и спалить к чертям собачьим этот дом, если здесь есть какая-то паранормальная активность. Никогда не понимал, я вообще как бы фанат фильмов ужасов, да, никогда не понимал, когда вот они там пытаются изгонять. Да елки-палки, понятно, там это все деньги стоит, да, там дом и так далее, но как бы психика и жизнь, она-то важнее, ребят. Просто, блядь, спалить все к чертям собачьим, да и все. Пусть оно горит здесь все синим пламенем, весь этот новый дом со всеми этими демонами, там, я не знаю, духами, призраками. Опа! Так. Еще одно место. Но не последнее. Целестис, ребятки. Целестис. Так, что тут мы, может, что-то... Бля, измена была, кто-то слева был. Я надеюсь, я не буду кричать, потому что мамку с папкой заругают. Ну, знаете, типа, мол, ты чё, дебил, тебе уже там 48 лет. Ну, мне не 48, но вообще, как бы, ты кричишь. Причем ночью. Так, я включил свет в коридоре. Оп. Эта дверь открылась прямо на меня. Значится, это такая молодежно-пацанская комната, короче. Видите, всякие награды, гитары, компьютер. У меня нет времени на игры. А у меня есть. Я, может, хотел бы ташечку третью здесь зарубить. Это что? Какой-то запутанный, блин, дом. Куча всяких... Подождите, что это за шикарный плакат? Я на него не обратил внимания. Варвар джентльмен. Да, понятно. Так, что здесь у нас? Спальня. Так. Тут пригодится кадила. Нет, она ничего не говорит. Нет, оно как-то здесь оно. Во. Все же у меня чувство, что это не последнее. Мундо. Значит, сразу вспомнил Биша, Муда, Акбень. Так, чемодан. Включим там свет. А, тут, кстати, тоже свет нужно было включить, я что-то не включил. Тупанул. Белый лист, серый лед. Так, здесь что? Ну, шкафы, я думаю, наверху там ничего нема. Будильник. Собственно, что не могу сейчас завалиться на кровать, знаете, и просто как бы полежать. Я же все-таки экзорцист. Знаете, это нелегко, как бы, да, вот ходить по дому с крестом и махать кадилом. Я думаю, должен много денег за это взять. Так, параша. Привет. Какие у меня голубые глаза. Я, наверное, истинный ариец. Ну, точнее, я Бен. Так, что-то похоже как-то. Эти журналы те же самые. Походу, все читают, что... Все читают один и тот же журнал. Вне зависимости от какой этой. Блин, какая-то измена постоянно, что где-то кто-то что-то есть. Скажем так. Это что-то лестница, она, наверное, никуда не ведет. А, нет, все-таки ведет. Я смог на нее залезть. Потому что я крутой экзорцист. Так, что тут? Мы тут были? Нет. Опа! Вот это, наверное, демон. Так. Вот оно. Последнее. Текс. Кадила. Амен. Собственно, все.
Ребяточки, какого лешего? На улице все еще должно быть так. Оглядись вокруг. Ребятки. Бэмс. Фонаричек. Так, оглянулся. Ага, мне нужно будет найти ключ. Так, плевое дельце. Очисти все склененные места. Четки вращаются, это понятно. Оглядись вокруг. Пилочка для ногтей, упаковка бургеров. Нахер мне это все надо. Так, ладно, надо оглянуться вокруг. Это понятно, хорошо. А тут я... Фонарик можно убрать. О! Ребятки, это квест. А я не знал, что он у меня есть. А что есть? Еще и книга. Смотрите, еще и книга. Ну, Библия, я думаю. Я не хочу туда идти. Я слишком... Это типа тени или что это, я не знаю. Вот он. Кто он? Кто, блядь, он? Что это такое? Мел? Нахрен он мне нужен? Так, ладно. Надо оглянуться вокруг. Ага, заиграла зловещая музыка. Так, меня к этому готовили в школе этих экзорцистов. Что-то с телеком случилось. Я иду вниз. Я иду вниз. Росси не боится. Росси стальные яйца. Алло? Выясни, что включила ТВ. У кого стальные яйца? У меня стальные яйца. Я выключил. Бог ты мой, кто это такой? Поздравляем, вы только что встретили своего первого врага. Нажми 3. Спиритус. Исчезни. Все. Оно ушло. Открыто достижение Deus Vult. Так, уноси ноги из дома. Я понял. Закрыто. Господи, закрыто, ребята. Я так и знал. Ой-ой-ой, я упал. Что произошло? Это демоны играют со мной злую шутку. Вы не возьмете меня. Я таких, как вы, пачками отправлял оттуда, откуда вы пришли. Две... Куда бежать? Куда, блин, бежать? Фу ты, зараза такая, а? Изыди нахер, хрень. Маледикте, блядь, нахер. Фу, вы чё так делать-то вообще, а? Чуть, блин, походу, одним эктизмом тут не обойтись. Мне нужно собрать больше информации об этих духах. Вы чё, я чуть свои штанишки не обдристал. Нужно приготовить святой воды для защиты. Ты ещё не готов. Информация о призраках и бутылёк с парфюмом. Так, ты ещё не готов. Надо, конечно, информацию о призраках найти и бутылек с парфюмом, ребятки. Так, Светик. Светик там включим. Ну, я думаю, нам уже четки нам ни к чему, да? Давайте, короче, возьмем просто этот. Будем с крестом ходить. А где мне взять информацию? Это что, блядь, было? Блядь, выходите по одному. Демоны. Вы не знаете, с кем вы связались. Оп. Я считаю, надо бежать просто. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Ах ты, блядь. Ёбаный, блядь. Чё это было? Швабра, что ли? Серьезно? Грабли? То есть, блин, чувак, ты демонов изгоняешь и духов. Как ты, блядь, на швабру мог... Ой, на грабли мог наступить. Чё тут у нас? Бутылка. Что ты мне скажешь о демонах? Бутылочка. Ничего, ладно, все, валяйся дальше. Так, подсолнухи, может, семечки как бы можно собрать, потом пойти бабок на рынок как бы выгнать и вместо них съесть. Как бы сказать, это мой бизнес, и мы его будем доить. В общем, ребят, я думаю, вам игра уже, вы о ней получили как бы представление. Если у кого-то есть желание в нее поиграть, обязательно купите ее в Steam, она стоит копеечки. Сейчас, секундочку, что, какашка? Нормальный, последний, обычный камень. Да. Очень важно, чтобы он у меня был.
Вот, кому как бы игра более-менее стала интересна, покупайте ее в Стиме, проходите, я думаю, будет весело, будет классно, каждый хотел себя попробовать в роли экзорциста, который как бы борется с демоном, такой эдакий Константин, только здесь у нас Бен. В общем, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кидайте мне денежку на игры, ребята, вы же знаете, что всю, каждую копеечку буду тратить только на игры. Спасибо, что вы были с нами. Я извиняюсь, если я прервался на самом интересном моменте, когда пошел замес, но вы же знаете, какая это рубрика. Мы просто делаем краткий обзор. В общем, игра такая неплохая, сделана, не знаю на каком, наверное, Unreal, не знаю на каком, короче, движке, но очень приятная. Такая, знаете, можно шуфляточки пооткрывать, с крестом побегать, демонов попугать. В общем, еще раз, ребятки, подписочку, палец вверх или палец вниз. До скорых встреч, с вами был Росси, и это был ролик Game Online. Всем пока!